Почти на 200 миллиардов тенге выявили финансовые нарушения в сфере госзакупок. И это только за 10 месяцев. Об этом заявил министр финансов страны на сегодняшнем заседании правительства. Однако основную часть недоработок, по словам Жамаубаева, устранили. Отчитался министр и об исполнении бюджета. Всего в госказну поступило порядка 7 триллионов тенге. Расходуются бюджетные деньги по плану, но не везде. 24 миллиарда тенге из республиканской казны так и не освоены. Наибольшая сумма осталась у представителей Министерства финансов и сельского хозяйства. Столько же денег не потратили и регионы. В целом, по итогам 10 месяцев, реальный сектор экономики Казахстана показал положительную динамику роста. Премьер-министр поручил принять меры для того, чтобы обеспечить доход республиканского бюджета. Осваивать деньги нужно целиком и эффективно, резюмировал Мамин. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост более чем на 3%. На 10,7% увеличились объемы строительства, на 9,7% ввод жилья. Это порядка 11 миллионов квадратных метров. Более 5% обеспечен устойчивый рост в сельском хозяйстве. Поручаю акимам регионов принять все меры для достижения запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечить эффективную реализацию задач, поставленных главой государства. Okay, so last month.